Работники детсадов получат прибавку к зарплате. Сегодня она не дотягивает до средней учительской, а дотягивать должна, заявил Александр Козлов. Проблему обозначил на планерке в обладминистрации начальник контрольного управления Константин Паршин. Сегодня средняя зарплата воспитателей 14 519 рублей. Отставание 7%. Для выравнивания необходимы 29 миллионов. Средства найти и зарплату повысить, потребовал губернатор. Мы ее сделаем когда-нибудь или нет? Сделаем, сделаем. Вот август месяц должна быть заработная плата у дошкольников 15 661, Юрий Николаевич. Давайте, находите, отказывайтесь от каких-то обязательств. Этот вопрос должен быть решен. Еще одно требование губернатора – выполнение программы переселения из ветхого жилья. Акцент глава региона сделал после того, как узнал, торги на приобретение жилья объявлены везде, за исключением Орла. Отсутствие денежных средств в бюджете, то, что в июне на горсовете мы не приняли эти поправки. Сейчас поправки внесены, надеюсь, что сейчас в четверг на сессии они будут приняты, и сразу объявляем торги. Дело в том, что опять 47% ложится на город. 25% федеральных денег, 28% областных и 47% опять на город. Ложится. Ну а что вы предлагаете? 160 миллионов. Параметры установлены федеральным законом, что я могу сделать? Ну в бюджете нет денег у нас. В бюджете нет денег, ищите. Эта программа социально значимая. И мы не можем раз ее не пропустить через горсовет, два раза не пропустить, такого быть не может. Значит, за это надо отвечать. Губернатор порекомендовал подключиться к работе областным депутатам, а на ближайшую сессию горсовета делегировал членов правительства. Созвездие.